Что, сегодня удалось победить, помочь команде выйти в плей-офф, но сначала что-то не пошло. Что было не так? Пристреливалось? Команда соперника очень круто играет в баскетбол. При всех условиях такие специфические кольца, но очень хороший зал. Ребята попали с процентом, наверное, 90. Ну, сами видели, что да, трехочковые. Дальше они продолжали вторую четверть попадать, и нам очень тяжело было догнать. Что-то поменялось? Да, если бы не опытные партнеры, которые вспомнили, как двигаться. Мы вот с Романом играли еще в 2000-х. Мы старая гвардия. Вот, друг друга поняли, он мне отдал пас, я ему. Разницу сравняли, и потом вся наша команда достала шашки и побежали забивать. Понял. И в конце все-таки дожали соперника, у них там не особо много шансов было. Ну, до последней минуты соперник сопротивлялся, попадали нам очень сложные броски. Я до сих пор не пойму, как это происходило, причем через руку, с отклонением. Ребята очень достойно бились, очень хороший баскетбол. Как в целом впечатление о процессе? В целом очень приятно. От увиденного очень хороший уровень. Все ребята не мощного телосложения, но с огромным баскетбольным потенциалом. То есть бились за каждый мяч. Очень интересная лига, очень интересный формат. Понял, спасибо, что меня пригласили сюда. Спасибо. Удачи в следующих играх.